Здравствуйте, в эфире ежедневная программа «13 регион», в студии Шакир Умаров. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в Шымкенте области. За последнее время наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. Шымкентские полицейские задержали грабителей, отобравших у прохожих сотовые телефоны и другие ценные вещи. Дежурную часть Каратауского отдела полиции УВД города Шымкент заявлением обратился один из потерпевших 1993 года рождения о том, что в микрорайоне Акжаек на него напали неизвестные лица, которые избили его самого и забрали у него сотовые телефоны и наручные часы. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 100 тысяч тенге. Преступление зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабеж». Тонау барысында алынган уялы телефон тәркіленіп алынды, аяқ зат ретінде тәркіленіп алынды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Каратауского отдела полиции задержали шестерых подозреваемых 1999, 2000 и 2001 годов рождения жителей Шымкента, которые признались содеянным. Следствием установлена причастность задержанных лиц к двум грабежам. Еще одно ограбление молодые злоумышленники совершили в январе текущего года, когда в микрорайоне Кайтпас напали на 22-летнего мужчину, у которого отобрали сотовый телефон стоимостью 55 тысяч тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время полицейским устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений. Видеоматериал с очередным опрокидыванием грузоавтомобиля отправили очевидцы на номер WhatsApp 13 региона нашей редакции. На присланных кадрах видно, как груженный щебнем автомобиль «Хоа» с прицепом опрокинулся под железнодорожным мостом близ населенного пункта Карасу. Жертв и пострадавших нет. Водителю пришлось вручную с помощниками перегрузить стройматериал в другой грузовик. Напомним, аналогичный случай с опрокидыванием произошел накануне на этом же участке автодороги. Тогда грузовой автомобиль, груженный металлоломом, не удержавшись на трассе, на вираже лег на бок и вывалил весь перевозимый металл на обочину. Как долго водители и спецтехника устраняли с последствий аварии, неизвестно. Однако обращает на себя внимание систематичность, с которой автомобили попадают в дорожно-транспортное происшествие именно на этом участке трассы. Возможно, проблемой является большой длительный уклон и поворот почти на 90 градусов, затрудненный обзор для водителей, либо ослабленное после населенных пунктов и сложного дорожного участка внимание шоферов. Полицейские города Шымкент задержали трех молодых людей, промышлявших квартирными кражами на территории областного центра. Так, Каратауский отдел полиции УВД города Шымкент заявлением обратились местные жители о том, что неизвестные лица похитили из их домов ценные вещи. К примеру, одна из потерпевших 1980 года рождения сообщила, что злоумышленники похитили из ее дома золотые изделия и технику на сумму около 400 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в Каратауском отделе полиции по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Для оперативного раскрытия квартирных краж сотрудниками Каратауского отдела полиции города Шымкент был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых стражи порядка задержали трех подозреваемых 1999 и 2000 годов рождения жителя города Шымкент. Как выяснили полицейские, злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, проникали в их жилище, вскрывая оконные рамы, после чего похищали различную бытовую технику, золотые изделия и другие ценные вещи. Кроме того, домушники промышляли кражами из припаркованных у домов автомашин. Так, 3 января в отдел полиции обратился 52-летний автовладелец, у которого подозреваемые, разбив стекла его автомашины, ВАЗ похитили магнитолы и другие ценные вещи. В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к 5 фактам краж чужого имущества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 500 000 тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемые арестованы. Полицейским установится причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов преступления. Так и была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-то происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал на WhatsApp 13 региона, номер видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя.